Фильм «На последнем дыхании» сделал вас звездой новой волны. За что, по-вашему, вас полюбили французы? Они полюбили мою героиню, а получили меня. Кто же вы? Кто такая Джин Сибер? Для миллионов американцев вы как глоток свежего воздуха. Типичная девушка со Среднего Запада. Любимица всей Америки. Я всю жизнь пытаюсь уйти от этого образа. Революции нужны кинозвезды. Кто это? Одна актриса жаждет дешевой популярности. Она делала пожертвования правозащитным организациям. Она из сочувствующих. Это может быть нам на руку. Вы, должно быть, сошли с ума, приехав на такой машине в этот район. Что вас интересует, мои деньги? Или я сама? Алло? Алло? Наши телефоны прослушиваются, за нами следят. Я слышу щелчки на линии. Думаю, это ФБР. Они слишком сильно на нее давят. Она не выдержит. Это указание сверху. Сибек, ты должна остановиться. Они погубят тебя, твою репутацию. Разрушат карьеру, семью. Да, я причастна к чему-то более важному, чем книги, журнальные статьи и кино. Пока ты причастна лишь к двум неудавшимся бракам. Кто звонит? Ты раздвигаешь ноги и трясешь чековой книжкой. Думаешь, это дает тебе право на что-то? Я просто хотела помочь. Не старайся, ты все равно здесь чужая. С пригоршней гвоздей в руках ты ищешь крест, на котором тебя распнут. У женщин свои секреты. Опасная роль Джин Сиберг. С 27 февраля.